пассивный доход на том, что вы разрешите наклеить рекламу на ваше авто. Подумайте, сколько денег вы сможете заработать. Если даже рекламодатель заплатит вам $60 в месяц, это $720 в год. Отличные деньги, учитывая, что вам не нужно активно работать. Просто катайтесь на машине по городу. Обратитесь в специализированное рекламное агентство, которое оценит ваши навыки вождения, в том числе, где вы ездите и сколько километров в день. Если вы подойдете одному из рекламодателей, агентство бесплатно для вас обернет ваш автомобиль рекламой. Агентства ищут более новые автомобили, а водители должны иметь стаж вождения. Хотя вам действительно нужно выходить из дома и садиться за руль, но если вы все равно уже ездите каждый день и наматываете километраж, это отличный способ зарабатывать с небольшими дополнительными затратами или без них. Водители могут получать оплату за то, что проезжают километры. Риск тоже есть. Будьте особенно осторожны, чтобы найти надежных рекламодателей. Можно встретить мошенничество. Могут обмануть вас и не заплатить в конце месяца. Поэтому найдите порядочного рекламодателя и попросите аванс 50% наперед, чтобы снизить риск неоплаты в конце месяца. В целом это отличная идея пассивного дохода. Если вам понравилась идея, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, комментируйте видео.